Здравствуйте, друзья, зрители, подписчики моего канала. Вот все время я говорю, что у нас дом есть в селе, дача. Вот мы сегодня приехали. Муж пашет под грядки. Пока пашет, вот покажу вам видео. Вот это наш весь огород. Где-то суток 18, вот так будет. Вот это вот здесь начинается. Вот чеснок мой. И вот это огород. Пашем мы конь. Все чисто, аккуратно. Вот видите, сколько уже пахал. Грядки у нас будут посередине огорода. И вот вся наша земля. Вот наш обнижек. И вот это весь огород. Да, кажется, большой. Огородик чистенький, аккуратненький у нас. Мы следим за этим. Так что сегодня будем садить лук, морковь сеять. Свеклу, может, посеем. А потом в следующий раз будем картофели бросать вот с этой стороны и вот с этой стороны. Так что вот так. Чем занимаюсь я? Вот это соседи наши бурьяны выгребают заросли. Вот это наш дом. Вышла с одной стороны, захожу с второй. Занимаюсь чем я? Вот с погреба выношу картошку, чтобы прогревалась. Вот у нас погреб. Вот картошка. Вот гараж. Здесь стоял когда-то мотоцикл «Муравей». Уже нет. Вот постройки. Там старенький сарайчик. Второй погреб. Сарай, летняя кухня. Вот дом. Выйду сейчас на улицу, сниму. В связи с карантином еле добрались сюда. Вот, вот такой у нас дом. Летняя кухня, забор и вот этот дом. Вот калинка наша. У нас газ есть в доме. Колодец, он не работающий уже, воду провели, но здесь такая хорошая вкусная вода была. Так что вот такой, можно сказать, дом хорошо, что есть, но надо смотреть и смотреть за ним, ухаживать, чтобы стоял новенький. Так что вот такой. Вот такая наша дача. Вот такой наш огород. Сами видите. Так что муж уже допах. Грядки. И будем садить. И вечером опять же добираться. Не знаю как. В город где-то километров 35 в один конец. Так что... Хорошо, что здесь женщина живет. Зовут ее Валя. Она очень хорошая женщина. Мы всегда в нее лошадь берем. Если что надо, молодец. Так что вот такие дела. На этом видео заканчиваю. Буду работать. Показала свою дачу, свой дом в селе. Всем-всем пока.